Всем привет! 16 и 17 марта проводились радиолюбительские соревнования Russian DX Contest, и я принял в них участие. У меня нет крутого радиолюбительского сетапа и большого антенного поля, только парочка SDR-трансиверов и антенна на удочке за окном 9 этажа. И тем не менее, я нередко принимаю участие в соревнованиях. Это отличная возможность получить свой актив новые страны, а также поработать чем-то другим, кроме уже набившего оскомину FT8. Я использовал программу Expert SDR 3 для управления своим SAN SDR 2 QRP. В качестве аппаратного журнала я использовал программу TLF. Это один из немногих контест-логеров в Linux, который умеет работать как в SSB и телеграфе, так и в цифре. Радио Анна 9, Мария, Леонид, радио. Радио Анна 9, Мария, Леонид, радио 5-9, Мария, Ольга. ДСЛ 5-9, Ольга, Мария. Радио Анна 9, Мария, Леонид, радио 5-9, Сергей Роман. 5-9, Ольга, Мария. Ольга, Мария, принято, удачи, 73 килограмм, Роман, Мария, 4 килограмма. Okay, very good, I received you very well. Радио Анна 9, Майк, Лина, радио. Roger, Roger, 118, you're 5-9, Oscar, Mexico, Oscar, Mike, QSL? Okay, QSL, Oscar, Mike, 73, South from Italy, India, Kilo, Alpha, Victor, Hotel, Contest. Для работы в телеграфе у меня применяется самодельный телеграфный ключ на Arduino от K3NG. Аппаратный журнал TLF работает с ним через аналог программы CV-Diamond, который называется WinK-Diamond. Правилами этих соревнований не запрещаются DX-кластеры и локальные скиммеры, поэтому я использовал такой скиммер. Он непрерывно накидывал мне в кластер споты. Работал я около 14 часов, провел чуть более 450 связей. Это больше, чем у меня было в прошлый раз, так что пойдет. Большинство связей в телеграфе, в SSB лишь несколько десятков. Моя антенна нормально работает только на ВЧ диапазонах, поэтому я работал там. Больше всего связей получилось на диапазоне 15 метров. Радио Анна 9, Мария, Леонид, радио 5-9, Сергей, Роман. Радио Анна 9, Михаил, Люба, радио. Радио Анна 9, Мария, Леонид, радио 5-9, Геннадий, киловатт. Вот такая небольшая зарисовка контеста получилась. Если кому-то интересно, как настроить TLF-контест-логер в Linux, или есть еще какие-то вопросы про любительское радио в Linux, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока!